Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И Хамик. И Хамик продолжает играть на сервере Crystalix, это режим Skywars, а я продолжаю комментировать. Так, вот это у нас опять же, почему карта. Получается у нас вместе, потому что так уж такой режим, если я быстро погибну, то мы не сможем вместе снова Ого, играть. Ого, неправильно YouTube написали. Ютубер, ты с нами? Ой. Все плохо. Видишь, подвалы всякие. Подвалы. Короче, я сейчас делаю план. Так. Что, никого нету? Погоди. Оп. Они там есть. Ну, он там рубит. Он все рубит. Окей. Мой план не сработает. Так. Погружение. Ну, видите, тут это другая карта. Тут по-другому немножко все. Расположены сундучки, такая. Вот всякие печки подвальные. Больше из белого кварца, если я не ошибаюсь. Так. Пока что ничего такого не происходит. Не происходит, но тут не нужно расслабляться, потому что каждую секунду может напасть враг сверху, снизу, сбоку, кинуть удочку, стрелу. Может пробраться снизу, сверху, построить мост, подкоп. Поверху. Так. Поверху, кстати, можно. Так. О, знакомый скин летсплейщика. Вот игрок. Один в кольчужной броне, другой в кожаной. И он пытается построить мостик. Хамел. Ему это не удается. Нет, он продолжает строить мостик. Смотрите. И другой тоже продолжает строить мостик. Они оба строят почему-то к Хамеру. Они оба хотят завоевать его остров. Один упал. Это хорошо. Девочка голая. И вот все-таки кто-то попадает в Хамера и либо удочкой, либо стрелой. А, ну ты звук-то не слышал, да? Ну, звук я не слышал. Ну, короче, он не стрелой попал, все. Тут, не знаю, паузу не надо, наверное. Ну, не знаю, сколько человек осталось. Ну, 3 осталось, 2 осталось. 2 игроков требуется для старта. 1 игрок требуется для старта. 10 игроков требуется для старта. Все-таки вышли, не будем играть. Потом 1 игрок требуется для старта. Старты. 20 игроков требуется для старта. Не может такого. Не может быть. Ну, может, если все... О, все. О, 10 секунд, 9, там 1 секунда. Смотри, какая у него улыбка. И снова 5 игроков требуется для старта. И 1 секунда и... Пф. Опять у нас развитие, опять та же самая береза, я ее запомнил. Это береза Маша и... Почему береза Маша? Не знаю. Потому что смешно. Потому что гладиолус. Так... Там была железная руда. Ну, я, может, тоже. Железная руда. И проблема... Печеньки. Я буду киркой драться. Все, я решила так. Есть печеньки, перья, опыт, суп. Папа, в общем, да. Я киркой драться буду. Ну, хорошо. Никто не строится? Так, здесь, смотрите, здесь какие-то все острова одинаковые. Из белого... Кварца. Ладно, возьму меч деревянный. Так, а тут алмазы есть вообще? Алмазы, алло. О, точно. Так. Можем посмотреть. Так, никто не строится. Кто-то кидается удочкой уже. А как мне железо добыть? Нет, нет, стой! Оно улетело? Не хочу говорить, но это так. Да, а тут, видимо, специально так делать, чтобы сложно как было добыть. Как в аннигилейшене. Добыча здесь сложна, сложна и опасна. Опасна? Наша добыча и опасна, и сложна. И на первый взгляд как будто не видно. На второй и на третий не видно. Да вот такая ты... у нас добыча. Попробуй. Попробуй подождать, пить, а? Пей.
Не пей. Не пой. Не пой. Не ешь. Не спишь. Не ешь. Не спишь, не ешь, не пой. Спишь, пей. Такая была сказочная страна. Спишь, пей. Спишь, пей? Спишь, пей. То есть спи, ешь, пей, толстей. О, что это было? Видел? 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 Кожанчик побежал на железника, ударил, сам упал на место. Ударился в железника и упал без сознания. Замер. Без знания и без сознания. Что, кто-то идет? Вот давай, подойди сюда, я тебе покажу мышку. А он что-то отвлекся, он туда не идет. Ой. О, ничего. Я бы давно упал. Я бы еще вчера упал. И пальчик стал. Опа, он не видит, он не видит, он не видит, как в него стреляют в спину. А я атакую его. И косить, да. Так. Он зацепился за удочку. А, он тебя удочка кидает тоже. Не попадешь. А все. Знаешь, секрет удочки? Надо стрелять и убирать. Стрелять и убирать, чтобы она не тратилась. Так. Че, давай уходи. Че, боишься, да, уже? Он типа, я мирный, мирный я. Я тут случайно попал на этот остров. Ну, его сейчас сзади обойдут, все ему, все нету. Я Робинзон Крузо. Можно где, вот так вот. Где делать? Моя пятница? Так. Его этот форт не спасает. О, вот это да, вы видели, Инхаммер нанес решающий, смертельный удар стрелой. И человек просто рассыпался на мелкие штаны. Почему штаны, да? Ну, штаны, там... Шорты. Шорты, трусы, рубашка. Носки. Носовой платок. Человек просто рассыпался, превратился в кучку обломков. Арбуза. Кучку арбузных семечек, тыквенных, арбуза. Кожурок. Я потратил много... Ну как много стало? Так... Убираем я потратил много стрел, много стрел. Так, я сату на уголочек, сату древесина не ставится. Тут видите, сколько секретов есть в этой игре. В Майнкрафте это не в игре. Че, боишься уже? Давай, уходи, давай. Ну, что ты не боишься меня? А он тебя не боится. Шкрипер, он взорваться может. Пью, попали по шапке. А, моя голова. А, моя голова. В того попаду, нет? Ну, в принципе, я не возможно, знаю, но он двигается. И соперник думает, что же будет делать Хаммер. Будет ли он идти вперед? Я ставлю защиту. Или он будет строить мостик. Хаммер продолжает строить мостик. Человек смотрит, недоумевая, что же делать. Он думает, Хаммер идет в гости, а у меня в холодильнике ни печенье, ни варенье. Чем у него буду? Алмазный меч. Он говорит, да, я Хаммера угощу алмазным мечом, да. Вкусно, нет? И он ждет, он кушает яблоко. О, я подожду временем, пока. А в него заходит заба и есть обе. А тот сейчас будет пока лутать, Хаммер его скинет чем-нибудь. Это тоже удочка стреляет. Смотрите, он стреляет удочкой. Он не знает секрет. Он поджег себя. Что он делает? Алмазный меч! Не бери его! Есть! Два человека осталось. Он не взял алмазный меч. Вот это был мастер-класс от Хаммера. И там я вижу скачущий меч почему-то. Меч, okay. Который сам скачет. Вот здесь пау-пау, та-та-тау. Скачущий меч. Надо это... назвать это все скачущий мячик. Скачущий меч. Это красиво. Да. И мы представляем наш скачущий меч. Только сегодня выступление скачущего меча, который... О, он все равно скачет. Опа. Не, он все-таки скакал немножко. Это лед же. Скачущий меч — это феномен Skywars. А где он? А где это игрок-то? Где игрок? Он где-то игрок. У меня много блоков, так что я... У меня хороший шанс победить, но...
Мне кажется, он там где-то. Я видел, что-то блоки ставятся. Ну, ты можешь постепенно идти вперед. Я могу к сочанке его заметить, но тут прорисовка плохая, это минус. Ничего. Так. Внизу никого. Вау. Остался один игрок. То есть два. То есть один. Ну, то есть камер еще кто-то. О, стрелы. О, сзади, сзади. Вот, вот он, вот он, вот он. И... Я его убил! А, нет, он меня убил. Что? Что это было? Что это было? Чё? Чё? Что? СП Космос будет наш. Я сейчас прыгну на гараж. Придется писать. А так я так и не понял, кстати, кто победил. Ой. Это баг надо... Он победил. Он победил? Видишь? Стах 257. А, убил, да. Ну... Ну, можем он считать... меня в спину ударил, так что я бы его так... Ты видел, как я его задерживал так? Да-да. Не, ну было вероятность, что победить, конечно, была большая. Потому что у тебя много всего было. Пойдем, давай пойдем на пятый. Давай пойдем на пятый. Давай пойдем на пятый. Может, на 20-й. Ой, это большая карта. Ну, такая же... О, смотри, у нас... А, это почти на всех картах. Алмазы. Так. В смысле, есть островки большие? Или нет, больше? Нет, это мид. Это мид уже. Центр. Это центр, а на центре алмазы. А что это... бывает, карта, где нет мида? Да. Нет, есть мид, но алмазов нету. А, в общем, такие нюансы, я их не знаю. Но... Ой, я алмазом топором драться буду. А чё, нельзя? Да можно, можно валенками драться даже. Давай, валенки в бой, давай. Валенки, на. Валенки. Не подшит ты, старенький. Чего? Так. Так, так. Тем временем Хамик запасается едой. Он собирается идти в большой поход. И... Так, он кинул зачем-то удочку. Да просто так. В надежде поймать рыбку. Ой, там человечек уже. Там уже человечек. Спасите там. Так, Хамик строит мостик. Фух, чуть не упал. Да, я бы упал сразу. Там идет уже война между соседями. Говорит, соседи недовольны. Чё ты меня... Эй, ты, говорит, помнишь, сегодня ночью стучал по батарее? Да. Что-то у меня... У него лук есть. А ты сверлил, когда я снимал летсплей, помнишь? Да, так вот, не обижайся. Бац его топором. Имеется в виду... Вода что делает? Алмазным. Хамик делает лук. Если у него стрелы есть, у него 4 стрелы. Это мало. Это мало, но ничего, ничего. Сейчас он убьет кого-нибудь, и у него, наверное, появятся стрелы. Типа, он перекусывает батон, купленный за углом в магазине. Он Касильда. В магазине булочки и печеньки. Пугаешься. Че, пугаешься? Нет, да, нет. Он думает, идти ли к тому, или там на него а стреляют. А может, к тому идти? Хотя у этого лука я тебе здесь не подскажу. Здесь стратег ты. Игрок и стратег я. О, у меня идея есть. Стрелы летят, стрелы. Смотри, какая у меня идея есть. Вот такая. Хамик строит фортификацию. Фортификационный пост. Для защиты. Похоже, он собрался сделать замок. Крепость. А смотрите, я вот так буду. Да, вот это ты построил целый замок. Видишь, я стенку поставил, и все. Только как мне допрыгнуть? Надо еще какие-нибудь разобрать кирпичики. Тут дерево оставалось. Осталось дерево, хватит ли этого дерева до... Тот человек ничего не делает. А тот игрок, я не знаю вообще, есть ли он там. Фух, Хамик так опасно прыгает. Я чуть со стула так не падаю. Так. Там дом. А почему они все с луками, а? Ну, потому что у них мои попались луки. Ё-моё. Опа.
Стрела пролетает в камеру, но ничего. Так, он тот человек подкапывается. Смотрим с тот человек пытается стрельнуть в Хаммера, ждет, когда он выйдет. У Хаммера в плече стрела. Ему невыносимо больно, но он продолжает биться. Что же будет делать Хаммер? Пойдет налево или направо? Тот слабее, дед. Но... Тот стреляет, стрела пролетает мимо. Попала в пятку. Эта стрела опять долетает до Хаммера. Что-то какой-то я сегодня расслабленный. Какой ты сегодня расслабленный. На расслабоне играю. Так, смотрим, вон он. Так, тот человек пытается все-таки дойти до Хаммера. У него в правом и в левом плече стрела. Еще одна стрела попадает. Еще одна стрела мимо, одна мимо. Есть! Хаммер убивает соперника, и сейчас он разживется хорошими вещами. Хорошими вещами. Как там? Хорошие герои всегда идут в обход. Стак стрел! Стак стрел — это серьезная заявка на победу. Блин, я выкинул это. Чего ты выкинул? Нету. Алмазный меч? Нет, это алмазную кирку. Ну, так скажем, может быть, она здесь не очень важна, но тем не менее. А можно было алмазную кирку разбирать на алмазы и из нее делать меч. Ну, было бы классно. Попал. Та-та-та. Там или тут? Там и тут. А там какая-то происходит битва тоже на соседнем острове, то есть дальше, который... Еще попал. Как я попадаю, и я его не вижу. Это нормально. Это мастерство лучника. Лучника-двуручника. Так. Спасибо за стрелу. Опа! Стреляет и промахивается. Нет, одна стрела попадает в цель. Ай, сзади кто-то, сзади стреляет, да, вот он в алмазном, который бы неплохо заполучить Хаммеру, алмазный нагрудник. Человек ушел в подполье, и он из подполья стреляет. Да, нужно защитить спину нужно защитить. Человек пытается, прыгая, убить Хаммера, но это сделать довольно сложно. Хаммер продолжает защищать тыловой, скажем, фронт. Тот человек, все еще прыгая, пытается убить Хаммером. Назовем мы его Зайцем. Зайчик прыгает. А теперь он не Заяц, он Крот. Он закопался внутрь туда. Что же делать? Нужно же как-то убить его. И у него очень ценный предмет. Это... алмазный нагрудник. Пока сзади никто не нападает, Заяц продолжает прыгать. Ему это все-таки иногда удается стрельнуть в Хаммера. Но не всегда. Он спрятался, он тоже сделал фортификацию. Этот обошел сзади и... Да не в эту... Да не честно, в спину бить. В спину, да, зашел в спину вражина. Вражина зашел в спину. Ну ничего. А смотри, он убил того, который в меня стрелял, а потом обошел и убил меня. Понятно. Вот так. И у нас осталось 3 минуты. Может, мы на этой карте продолжим в следующей серии? Ну смотри, еще есть 3 минуты. Не знаю, за 3 минуты только игра начнется, наверное. Я не шучу. Ну давайте, мы продолжим в следующей серии, буквально с этого же места. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.